Легковушка двигалась в сторону Казани. В какой-то момент девушка, сидевшая за рулем, не справилась с управлением, и машина выехала на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулась с джипом. В результате аварии автоледи получила травмы и была доставлена в больницу. Правда, перед этим девушка успела рассказать сотрудникам ГАИ, что причина столкновения – яма на дороге, в которую угодила ее машина. Это и стало причиной того, что она потеряла управление. Водителя BMW от травм спасли сработавшие подушки безопасности.